64 камня абсолютно равны. Задача. На чашечных весах за 68 взвешиваний найти два самых тяжелых. Сначала олимпийская система, это 63 взвешивания. Берем те, которые проиграли самому победителю, их 6 штук. Потому что 64 это 26. Да. Среди них устраиваем олимпийскую систему. Это 5 взвешиваний. Ура, вы хотите рассказывать? 8? Да, лучше 8, вот, нормально. Олимпийская система. Так? Да. Да, и между прочим, тот, кто добрался до вершины, это действительно самый тяжелый. Это все понимают? Да. Хорошо, дальше. Второй по тяжести не мог проиграть никому, кроме него, потому что он второй. Да. Поэтому второй – это один из вот этих. Ну, если у него будет самый тяжелый. Ну давай, для определенности, пусть самый тяжелый был здесь вот справа, тогда нужно устроить выяснение отношений между этими тремя. Да. А это делается за два раза. Да. Ну то есть для... Нет, собственно, пиши формулу. Получается 7 игр плюс 2 равно 9. Это функция от 8. Пиши f от 8 равно. F от 8 равно 9. Так, теперь для понятности пиши F от 16. Так, все понимают, что он говорит? F для 16, да. Это 15. Да. Плюс 3. Это 18. Равно 18. F от... А 64. 63. Количество, необходимое количество при его способе взвешивания. 168. Спасибо, отлично.